За минувшую неделю в нашем архиве накопилось много материалов с нарушениями на дорогах. Сегодня покажем самые вопиющие случаи. Уехал на красный. Сенной рынок, поворот с улицы Танкистов. Водитель Калины решил проехать на красный сигнал светофора. Спустя полминуты автор ролика сумел снять номер автохама. Он припарковался у торгового комплекса. Роман 716, Владимир Олег, 64 регион. Поселок Солнечное кольцо на Тарховой и Топольчанской. Водитель серебристого внедорожника Hyundai должен уступить машине с регистратором. Мужчина этого не делает, даже головы не повернул. К счастью, обошлось без аварии. Наш помощник Эмиль вовремя среагировал. Нет разметки, нет нарушения, утрирует наш телезритель. На его глазах водитель BMW поворачивает под запрещающий знак у торгового центра. Разметку не видно из-за сильного ливня, но дорожные знаки висят, а значит повод для патрульных наказать за такую езду. За стоп-линию уехали ППСники. Грубейшее нарушение снял на регистратор водитель этого автомобиля. На его глазах полицейская машина остановилась за светофором. Правила одни для всех, говорит наш помощник. Ну и последнее видео. Район Стрелки. Водитель Renault Logan понял, что едет не по своей полосе и решил исправить ситуацию. Правда, с нарушением. Вклинился за стоп-линии. Наш помощник Эмиль не оставил это без внимания. За стоп-линию заехал. За такое нарушение грозит немалый штраф. Впрочем, всех автохамов автоинспекторы уже устанавливают, и даже полицейских. Мы передали им все материалы. Если вы стали свидетелями хамства на дорогах Саратовой области, присылайте видео на электронный адрес редакции. Давайте бороться с автохамами вместе.